Готовятся Дубин Владимир, Чеботарь Артем. Чеботарь Юлия, Арнаут Данил. Дубин Владимир, Чеботарь Артем, приготовились. В этой встрече все удержал Мини Захар. Матвеев приглашает. Чеботарь Илья, Арнаут, Данил. Чеботарь Илья, Арнаут Данил. После этой встречи готовится весовая категория до 23 кг. Чурсин Халята. Ввиду неярких соперников победа присуждается Арнаут Данил. Чеботарь Арнаут. В этой встрече победу одержал Арнаут. На ковер приглашается Дубин Владимир, Чеботарь Артем. Весовая категория 23 кг. Чурсин Халята. Весовая категория 23 кг. Чурсин Халята. Дубин Владимир, Чеботарь Артем. Халята. Дубин, Чеботарь. Здесь явка соперника, победа присуждается Чурсин.
Принчане Парафин. Готовится Байбак Дмитрий Мутиника Данил. Принчане Парафин. Готовится Чурсин Акманджан. Победу одержал Дубин Владимир. Чурсин Акманджан готовится. Всем участникам освободить ковер. Не начнется борьба, пока никто не уйдет отсюда. Всем освободить, ушли все на скамейки. Тренера, обратите внимание на своих спортсменов. Всем освободить ковер. Все ушли на скамейки. Иванов ушли оттуда, все. Школа крепнула, ребята, все ушли на скамейки. Освободите проход, чтобы могли участники выходить в татами. Спортсмены, освободите проход. В этой встрече приобретал Принчане. Чурсин Акманджан. Готовится Шустов Гуляк. Победу одержал Мутилика. На ковер приглашается Блохин Гуцу. Ничего еще будешь бороться. Ну, так и выходить, только надо первым отстать. Блохин Гуцу. Блохин Гуцу, весовая категория 29 килограмм. В этой встрече белый держал Акманджан. Блохин Гуцу. Шустов Гуляк. Блохин Дмитрий, татами номер 2. Готовится Арнаута Олегкин. Держать! Арнаута Олегкин готовится. Александр
приближается к Гоцу. Здесь неявка соперника. Не знаю. На ТВ приглашается Старокута Голончук. Ракута Голончук. Ракута Голончук. Арнута Олеткин готовится. Давай, лезь! До конца! В этой встрече победу одержал Гуляк. Готовится Добровольский Дороганич. Арнаута Олеткин. Добровольский Дороганич, приготовились. Арнаута Олеткин. Внимание! Через 5 минут готовятся девочки на татами номер 1 бороться. Все девочки на татами номер 1. Арнаута Олеткин. Добровольский Дороганич, приготовились. Татами номер 2. Арнаут Алексей есть? Все, да, на сегодня он. Арнаут Алексей есть? Хорошо, можете посмотреть. С неявкой соперника победа предлагается Олеткин. На ТВ приглашаются Прищана Атманжар. На ТВ приглашается Добровольский Дороганич. Прищана Атманжар. Готовится Мойкута Насиенко. Мэйдру Танасиенко, приготовились. Готовится Гуляк Олег. Победу одержал Дороганич. На ТВ соглашается Мэйдру Танасиенко. Мэйду. Мэйду Адриан Калараш. Мэйду. Мэйду Адриан Калараш. Thank you.
Готовится Гуцу Иванов. Гуцу Иванов, приготовились. Победу одержал Танасиенко. На ТВ приглашается Гуцу Иванов. Приготовились Галанчур Бура. Вот здесь встречу удержал спринчанин. Готовится Галанчур, Бура. Гуляк, Олегкин приглашаются на ковер. Готовятся спринчаны, Терзи. В этой встрече выдержал Олегкин. На ТВ приглашаю. Причан, Терзи, борьба за третье место. После них готовятся Олегкин, Коваленко. В этой встрече Федор держал первый и занял третье место в весовой категории 23 килограмма. Олегкин, Коваленко приглашаются на ковер. Борьба за третье место. После этой встречи готовятся Черниговский, Ратошнюк, борьба за первое место. Победу одержал Гуцу. На ТВ приглашается Галанчук Бура. В этой встрече победу одержал Олегкин и занял третье место в весовой категории до 20. Готовится Дороганич.
Иванчук. Готовы приглашать. Черниковский и Ратошнюк. Борьба за первое место. Дороганич и Иванчук приготовились.